Доброго вечера, судари и сударыни, с вами Шоу 25, и сегодня мы продолжим открывать ключи к военным контейнерам. Вторая часть на подходе, и так у меня 1825 ключей. Ключей немножечко накопилось, подкопилось, 112 зеленых и 2 секретных. Сегодня мы будем открывать свыше 500 ключей к военным контейнерам. Да, и попутно в сумме будет... гораздо больше ключей, чем вы думаете. А также вас ждет небольшой бонус-сюрприз в конце. Открытие сундуков. Да, кстати, давайте взглянем, чтобы... Вот я держу сумку в холодильник для того, чтобы у меня говно из колеса в виде сумки холодильников падало гораздо реже, чем обычно. Итак, давайте посмотрим на нашу лабораторию Аркона. Здесь у меня ничего особенного так и нету. Кроме как тех, которые выпадали. Посмотрим на мое колесо фортуны. В наличии 149 300. Значит, пошел в линию 182 000. Так, тут у нас ничего вроде нету. Стволовых клеток 692 000, грубо говоря. Итак, ну что, чипов у меня не 100, всего 5. Мы начинаем открывать, собственно, сундуки и вытягивать торны. Вторая часть сегодня на подходе. Спустя разрыв, спустя неделю после первой части будет. Ну что же, усаживайтесь поудобнее. И новые схемы вас ждут открытия. Ну, начнем, пожалуй. Схемы, в принципе, те же самые, что и в предыдущий раз. А здесь, собственно, если вам так, у вас гораздо больше ключей и вам нужно экономить золотые, то проще ждать две неудачи в военных контейнерах и после этого открывать зеленые. То есть зеленые, если в дефиците, то прошу. Ну, хотя лучше как-то не рисковать. Ну что, поехали? Открываем. Опачки. Торрены сыпятся мешками. О, звездочки, это значит, что пора открывать. О, панчик, 1050, отлично, продолжаем. Переключение также работает, и мы снова открываем. Ну, переключение не сработало в этот раз. Торнов все еще мало, рисковать я пока не хочу. Отлично, можем рискнуть. Ага, 880, продолжаем открывать. Оу. Супер Аркон. Гранаты. Так, я вам склад показал, что у меня там с гранатами. Так, мы продолжим открывать военные контейнеры, несмотря на... Ого, торнов мало было. Значит, сейчас более-менее. Ну, 420 хоть что-то. Продолжаем открывать. Звездочки? Даже не знаю. Ну давайте рискнем. 420. Так. Ого. Продолжаем открывать наши контейнеры. Всю статистику вы увидите в конце. Так, торинов сыпется довольно-таки приличное количество. Сразу говорю, что закрывать резиденцию можете с помощью торнов и чипов. Я не то что говорю, я напоминаю лишний раз тем самым пользователям, юзерам, которые смотрят мой канал. И они получают очень много информации. Полезной информации. Ну что же, открываем, продолжаем, открываем, веселимся, скажем так. Берем чипсы, сухарики и все дела. Нам все еще падают торны. О, рискованно. Давайте откроем, попробуем.
510. Возвращаемся обратно. О, карточка выпала. Ну-ка еще разочек. Удачи пока нет. Ну, будем теперь чередовать. В общем, чередуем. Рискнули. Золотые ключи у меня кончились пока что, но мы продолжаем. Но это уже дело.
что, ребята, ну а я останавливаюсь. Ну вот и все, дамы и господа. С вами был Шоу 25, суммарно мы потратили 500 ключей бомжей, 85 зеленых ключей и 2 золотых. Ну и что у нас получилось в итоге? Лаборатория Аркона 587 добавилась, и, ну, перерабатывать, если я это все буду долго, поэтому 5400 суммарно. Давайте взглянем на наш ангар, значит, чипов 17200, торнов 233500, хорошо прибавилось, значит, что по шоу-ливеню 189000, центру генетики 700000, ровно 50. Итак, ну все, мы очень большие траты сегодня осуществили, ну а сейчас небольшой маленький бонус в виде открытия сундуков золотых и серебряных, их тоже можно чередовать так же, как и военные контейнеры. Ну, счастливо оставаться, а это была вся вторая часть.